Теперь учителя и учащиеся школы номер 25 имени Копылова смогут воплотить в реальность самые смелые идеи естественно-научной направленности. Сегодня в школе начинает работать наш образовательный центр, центр под названием «Точка роста». Центр «Точка роста» предоставляет нам огромную возможность для того, чтобы вы, ребята и педагоги, пользовались современным технологическим оборудованием. Большое спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу, потому что это его идея, он придумал во все школы Московской области внедрять вот такую точку роста. Волнительный и торжественный момент разрезания ленты. Центр открыт. Важно, чтобы все дети, вне зависимости от их места жительства, большой ли это город или маленький поселок, имели возможность бесплатно обучаться с использованием передовых технологий. Это и есть одна из целей создания этих центров. Точки роста открываются в сельских школах в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта образования. Основная задача – транслировать опыт педагогам и дать возможность детям получать новые знания. Во Фрианово у нас здесь две школы. И дети обоих корпусов могут заниматься именно на базе вот этой школы дополнительно предметами вот химии, биология, физика. Этот центр уже седьмой в нашем городском округе. И если в начале реализации программы «Точки роста» были преимущественно гуманитарного профиля, то теперь акцент на естественно-научном направлении. Теперь в школе номер 25 неурочная деятельность по биологии, химии и физике будет проходить на более высоком уровне. Все благодаря современному оснащению, цифровым лабораториям, компьютерам, 3D-принтеру и другому оборудованию. Многие модули рассчитаны на ребят разного возраста. Так, например, робототехникой может заняться и ученик младшей школы, и старшеклассники. Техническое творчество – популярное направление. Во время внеурочной деятельности мы можем делать различные проекты для олимпиад или, в принципе, каких-то участия в других проектах. Наши одноклассники, которые будут сдавать экзамены, ЕГЭ в этом году, биология, химия – это также будет. Играть им на руку. Новое, правда, неизвестное оборудование. Было очень интересно узнать что-то новое, потрогать это своими руками, пособирать роботов. Эмоции только положительные. Я был очень удивлен, когда увидел подобное оборудование. Было неожиданно. В центре есть все для эффективной подготовки к олимпиадам, проектной деятельности и дополнительного образования. А еще точка роста – это общественное пространство, где свои смелые идеи могут реализовать совместно педагоги, школьники и их родители, жители поселка. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.